Господа, прошу любить и жаловать, новый член нашей команды Мартин. Он сомелье. А зачем нам сомелье? Мы грабители экстра-класса, и мы не можем пить всякую дрянь. К тому же мы и так все пилим на 12-13 человек, поэтому один человек нам погоды не сделает. Мартин, добро пожаловать в команду. Господа, теперь к делу. Сегодня наша цель – самое богатое казино в мире – Джокер Палас. А это не тот Джокер, который ввел у тебя третью жену? Он. Но это не главная причина. Ничего смешного, я, между прочим, целый год к психологу ходил. И зря, между прочим, перестал. У нас в команде что, еще и психолог есть? Почему ты набираешь в команду людей, ни с кем не советуясь? Я посоветовался со своим психологом. И правильно сделал. А ты кто? Я ваш поддакиватель. Вы принимаете решение, я ими восхищаюсь. Вот поддакиватель нам точно в команде не нужен. Прямо в точку. Нафиг не сдался. Ладно, парни, пусть остается. И снова верно. Слушайте, ну раз у нас уже есть поддакиватель, давайте выгоним лизоблюда. Согласен. Давайте выгоним. Вы тебя вообще не спросили. И правильно сделали. А, ребята, как ваш штатный лизоблюд, хочу сказать, что вы лучшие. Какое бы решение вы ни приняли, я люблю вас. Так, ребята, хорош. Итак, план такой. Чтобы потренироваться, мы построили рядом точно такое же казино. Что же мы сидим? Пойдем тренироваться? Не получится. Как только мы его достроили, сразу же набежали какие-то люди и стали играть. Теперь, господа, мы зарабатываем больше, чем Джокер Палас. Ребята, вы лучшие. Полностью согласен с лизоблюдом. Господа, как раз по такому случаю у меня есть Шато Мутон Ротшильд 72-го года. Мартин. Ура! Мы молодцы! Наливай!